Он не вернулся из боя, Высоцкий. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, как же... Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в так подпевал, говорил он совсем про другое. Он мне спать не давал, он с рассветом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не о том разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши павшие нас не оставят в беде. Наши мертвые, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя.